63% такой объем строительных работ уже выполнили в ходе капитального ремонта школы номер 11 на улице Павлика Морозова. Отставаний по графику нет, все работы планируют закончить точно в срок 30 июня. О состоянии объекта чиновникам и журналистам рассказал представитель генерального подрядчика компании ООО «Мастер кровли» из Чебоксар. Сейчас на данном объекте приходится ставить монтажные работы. Также есть монтажные работы. Монтаж системы вентиляции, монтаж системы отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Частично выполнен благоустройство. Нет. Отставания по графику работы нет. Напомним, на капитальный ремонт здания выделили порядка 180 миллионов рублей. К работам приступили летом прошлого года. С сентября по декабрь школа функционировала, ремонт совмещали с учебным процессом. Однако в январе здание закрыли, а учеников распределили в другие образовательные организации города. Недостатков рабочих нет, утверждает подрядчик. Сейчас на объекте трудится около 30 человек. К благоустройству территории приступят, как только сойдет снег. На благоустройство мы выйдем сейчас, как только сойдет снег, и после этого уже будем заниматься. У нас осталась только вот эта сторона, по правой стороне мы практически закончили. Значит, резиновое покрытие у нас здесь предусмотрено, спортивные площадки, установка мафов, замена отмостки, устройство дорожек с брусчатки, игровые зоны, площадки, ремонт стадиона. Распахнет 11-я школа свои двери для учеников уже в новом учебном году. Обновленное здание планируют отдать для начальных классов. Среднее и старшее звено будет учиться в новой 11-й школе на Озорге. Работы там планируют проверить в ближайшее время. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Ващенко. Служба новостей Саров, 24.